нужно понимать же, что, что. Это же не пятизвездочный отель. В общем, вот там вот внизу у меня маленькие домики, людишки ходят, машинки. И сейчас мы с Мишей немножко подурачимся в конце, я ему вишенку на торте сделаю. Похоже, мне надо держаться, да? А, может держаться пофиг, какая разница. Что сделаем? Пару качей сначала, таких как корочка. Дух, ребята, захватывает. Катались на американских горках. Примерно то же самое, только ты не сидишь. Да, и над на твердом. И над кранами. Да, и кранов и нет. Пашины. Ой, кранов. Вернее, вот этих вот железяк нету, а ты летишь над домами. Миш, два слова о посадочке. Ножки вверх, смотри, сделай. Да, души. Ага. В общем, техника приземления, она, можно сказать, одинаковая. То есть ногами вперед. И вот она пошла, земля, приземление. И 4 метра. И вот вам приземление. Вот камеру застрелили. Ребята, тропа немножко зацепилась, и вот мы здесь. Приземлились, ну нормально, Миш, нормалек? Да. Ребят, мы приземлились целы, здоровы, покрутились немножко, полетали. Приезжайте, если Атлантида ждет вас. Приезжайте, друзья. Идти недалеко, то есть доставляют практически к дому. Знаешь, иногда лечу. В каком отеле вы живете? В этом? Сейчас заходить будем прямо в окно. Какой этаж? Так, все? Нет. Вышагивай. Забираю вправо, перепрыгивай через вещи, держаться. Все, Миш, давай скинь. А? Все. Не убегай. Что делать? Не убегай.